Профилактические рейды проводятся в городе каждую неделю. Как правило, они нацелены на выявление определенного правонарушения. Непристегнутого ремня безопасности, вождение в нетрезвом виде, отсутствие прав на управление транспортным средством. Минувший рейд был посвящен как раз тем водителям, у которых при себе не оказалось водительского удостоверения. Водитель обязан иметь при себе водительское удостоверение на право управления транспортным средством соответствующей категории. В случае, если у водителя отсутствует при себе водительское удостоверение, при условии, что он ранее не лишен был права управления, и оно не просрочено, водительское удостоверение, водитель, не привлекающийся к административной ответственности, может ограничиться предупреждением. Если же водитель уже был лишен прав до этого, то здесь предупреждением или малым штрафом он не отделается. Здесь уже три варианта развития событий. Штраф в 30 тысяч рублей, арест на 15 суток или обязательные работы на 100-200 часов. В этом случае водитель отстраняется от управления, а его автомобиль отправляется прямиком на штрафстоянку. На этот раз свое водительское удостоверение забыл лишь один водитель. У остальных проверенных с этим было все в порядке. Гораздо больше было других нарушений. Например, непристегнутыми оказались 25 автомобилистов. У 9 не было полиса ОСАГО. Пятеро не позаботились о чистоте номеров и четверо проехали на красный. Три водителя перестарались с тонировкой, еще по 2 были оштрафованы за разговор по телефону во время езды. За технически неисправный автомобиль, за неоплаченные штрафы. Пешеходы тоже не остаются без внимания. Один из них переходил дорогу в неположенном месте, за что и получил штраф. Тимур Туманов, Ильшат Бахтиев, Альметьевск ТВ.